Домен, куки, кейсворд – эти и многие другие слова могут вызвать недоумение у большинства, но не у Ильи Грузинского. Все эти термины связаны с программированием так же тесно, как и сам 15-летний юноша. Для него не составляет труда выполнить такие задачи, как создать сайт или сделать современный веб-дизайн. 3 года обучения в Брестском городском центре дополнительного образования детей и молодежи не прошли для него даром. Недавно он принял участие в завершающем этапе республиканского конкурса Junior Skills, где стал обладателем диплома 3-й степени Министерства образования Республики Беларусь. На конкурсе мы разрабатывали игру и в первый день, а во второй день мы разрабатывали 2 сайта, надо было сделать. Вот, главное была логика сайта. Вот, большинство заданий я успел сделать, времени было мало. Я познакомился со многими ребятами, было в принципе интересно. Они мне рассказывали о своем направлении и о своем. В городском центре дополнительного образования детей и молодежи талантов много, а потому на республиканский конкурс Илья отправился не один. Полина Лисак, которая 6-й год занимается в образцовой студии моды, дизайна и креатив, демонстрировала суровому жюри свои умения владения ножницами и иглой. Пока Илья создавал сайты, Полина – стильные луки. Мы должны были нарисовать эскизы сначала, потом должны были из макетной ткани раскроить все, наколоть на манекен, там, возможно, сделать какие-то исправления по выкройке, и потом уже пошить полностью готовое платье из новой ткани и сделать дизайн. На все это отводилось 10 часов. Обращали внимание на все, на, возможно, какие-то требования безопасности, на то, насколько ты организованно работаешь, как ты взаимодействуешь с другими людьми, твои навыки общения с другими людьми. Естественно, оценивали саму работу, шитье. Ну, за каждый тур нам давали определенное количество баллов, оценивали сами учителя, которые ездили, сопровождали детей, и был еще один независимый эксперт. Одержать победу в конкурсе Полине помогли не только ее профессиональные знания и умения, но и поддержка педагога. Ольга Зеленова, руководитель образцовой студии, разглядела талант в девушке и решила попробовать ее силы на конкурсе такого высокого уровня. Результат Полины превзошел все ожидания. Она получила заслуженную награду диплом 1-й степени Министерства образования Республики Беларусь. Мы учим не только создавать, придумать какие-то единицы одежды, но и профессионально их отшивать. Учитывая то, что учащиеся школ, они не учатся в профтехучилищах, но все равно они уже что-то умеют. Поэтому это технология изготовления изделий. Девочки, которые приехали, они показали свое профессиональное мастерство именно в технологии швейного производства. То есть раскроить, сделать методом наколки моделирования на манекене, перекроить на основной ткани и пошить это изделие. И самое, конечно, интересное творческое задание в конце – это украсить, то есть выполнить какой-то декор, проявить свою индивидуальность. Состязания в рамках заключительного этапа республиканского конкурса Junior Skills и достойные награды подтвердили правильность профессионального самоопределения ребят. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания Бук ТВ.